Целый том занимают мероприятия, реализованные в прошлом году в Анапском районе в рамках месячника патриотического воспитания молодежи. Результат – первое место в крае. Работу общества памятными подарками отметила директор Анапского археологического музея Ирина Мельникова. Классные руководители казачьих классов, казаки-наставники, атаманы, представители боевого братства, руководители литературных обществ и музеев обсудили план мероприятий на этот год. Месячник стартует 23 января. Казачата будут участвовать в выставках, викторинах, конкурсе сочинений, соревнованиях по рукопашному бою. Митинги памяти, День истории и культуры кубанского донского казачества, конный переход из Уташа в Юровку, посещение музеев, уроки мужества – далеко не весь перечень интересных событий, в которых примут участие ребята и взрослые казаки в этом году. Главная цель месячника – чтобы наши дети прониклись ответственностью за то место, где они родились, чтобы они ее любили и гордились этим местом. Родина. Это место называется Родина. Это дом, отцовский дом. Это свой хутор, это своя станица, это свой район, край и в целом государство. Главное событие предстоящего месячника – поездка казачат в Республику Крым по местам воинской славы. Маршрут поездки – это город Анапа, город-герой Керчь с посещением каменоломни и памятника, который находится рядом с каменоломней. Далее мы следуем город-герой Севастополь. Кроме работы с подрастающим поколением, казаки соберут гуманитарную помощь для подшефных школ в Краснодоне и Суходольске и детям-инвалидам в Донецке.